Вы играли в битву яйцами на Пасху? Сначала дуэлянты бьются острыми частями яиц, а когда один из них проиграет, то он подставляет другую. Он все еще надеется выиграть, но уже понимает, что скорее всего обречен на провал. Потому что знает, что с этой стороны яйцо более пустое. Когда полное бьет по пустому, результат очевиден. К этому стремятся все военные полководцы. И к этому должен стремиться игрок в футбол и в Rocket League. Итак, что же произошло? Мы атакуем ворота противника, а наш противник пытается защитить их, напав на нас слева. Мы знаем, что скорее всего он будет перекрывать площадь ворот и не позволить нам атаковать именно в эту сторону. И поэтому мы обходим противника слева, потому что знаем, что скорее всего он не будет защищать свой левый угол. Таким образом, мы очень легко обыграли противника, зная, что он будет защищать свои ворота, потому что для него не пропустить мяч – это задача номер один. Здесь же ситуация совершенно та же самая. Мы находимся под мячом, а это значит, что мы можем спокойно атаковать верхний правый угол. И поэтому мы знаем, что противник должен этого бояться, и скорее всего он хочет от этого защититься. Поскольку он отдал нам очень много пространства, он обязан сделать так, чтобы он перекрыл как можно большую площадь ворот. И зная это, мы можем позволить себе предположить, что скорее всего он будет прыгать высоко, потому что иначе он не сможет защитить самый обычный удар в верхний правый угол. И поэтому мы приняли решение пройти под противником и атаковать его снизу. А теперь вернемся к цитате Сунь Цзы из прошлого видео. Там мы говорили о первой ее части, а сейчас о второй. Выступай туда, куда неприятель обязательно поспешит сам, значит атакуй ворота противника, потому что противник обязательно будет их защищать. А спешить туда, где неприятель не ожидает нападения, это и означает бить там, где пусто. Найти незащищенное место защищаемого объекта. Эти две половинки цитаты сливаются воедино, и в сумме дают положительный эффект. Так и есть, посмотрите еще раз. Первая часть говорит нам выступать в сторону ворот противника, но прямой подход к ним перекрыт. То есть, если мы просто положим мяч на крышу и поведем его к воротам, противник нас накроет. Стало быть, надо найти другой подход, другой способ атаковать ворота. А здесь уже работает вторая половина цитаты – «бей там, где пусто». Но сама по себе она бесполезна. Если мы, например, просто ударим по мячу в сторону левой стены, или вообще развернемся и поедем назад, то мы действительно сохраним мяч, но атака наша захлебнется. Ни о какой атаке ворот противника в таком случае не может идти и речи. А теперь смотрите, что я сделал в этом моменте. Я не просто нашел брешь во вороне противника, но сразу после обыгрыша я смог объехать мяч слева и положить его на крышу, что позволило мне тут же продолжить атаку на ворота. Вот она, смертельная комбинация из двух частей одного целого. Вот к чему стремится хороший игрок в Rocket League. А теперь к вопросу, как этого добиться. Ответ – это непросто. Для достижения этой цели существует множество инструментов, и о некоторых из них мы и поговорим в следующих видео. А пока научимся целенаправленно двигать мяч туда, где пусто. В этом нам поможет любимый всеми режим 1 на 1. Для остальных режимов следует помнить, что движение мяча туда, где пусто, включает в себя и ускорение атаки, когда мы обыграли противника. Потому что если дать ему время, то он вернется в оборону, и обыгрывать его придется еще раз. Закончим это видео фрагментом из моей игры 1 на 1, где я постоянно пытаюсь двигать мяч туда, где пусто. Видите моего противника? Как же я ненавидел эту зеленую тварь. Когда бью по мячу, я стараюсь сделать это куда угодно, но не прямо в него. Я целюсь над ним, под ним, за ним, перед ним, от него, пытаюсь толкнуть его. Словом, соберите все предлоги русского языка, и получится отличный гайд по Rocket League. Итак, это фрагмент моей игры в рейтинге. Счет 2-2, осталось 3 минуты 19 секунд. Мы проигрываем киков, поэтому нам приходится немножко отступить назад и защищать атаку противника. Только мы видим, что он не может ничего сделать с мячом, мы на него нападаем. И здесь вместо того, чтобы сразу бить по мячу вперед, я делаю касание в спину противнику, а потом наношу удар. И если бы я ударил сразу, то он, скорее всего, просто отбил мой удар. И киков для нас неплохой, поскольку противник не трогает мяч.
Мы делаем касание ему за спину, берем мяч на крышу. И в самом конце пытаемся пробить налево, потому что ожидаем, что противник будет защищать ворота справа. Здесь мы выигрываем кик-офф, и наша задача просто ударить по воротам настолько быстро, что противник не успел в них вернуться. Снова проигрываем кик-офф, приходится отступать. Как только противник делает плохое касание, мы его наказываем. И поскольку он уже готов отбивать мяч, мы не бьем по воротам сразу. А снова делаем касание в сторону, потом касание за спину и пытаемся задержать удар. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, это было достаточно наглядно. А если вам понравилось, не забывайте поставить лайк, подписаться, включить оповещение и оставить комментарий. А темой следующего видео будет тема, излюбленная игроками всех уровней. Скорость. До новых встреч!